Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Насколько освещен наш город? Какие проекты по освещению территорий реализуются в Самаре и что представляет из себя современная иллюминация? Об этом говорим сегодня. В нашей студии главный инженер муниципального предприятия «Самара-Горсвет» Владислав Бубунов. Если вас волнует проблема освещения в вашем районе, сообщайте нам об этом по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Владислав Геннадьевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая программа в нынешнее время обеспечивает освещение города? Существует такая городская целевая? Да, существует городская целевая программа создания единой светосветовой среды в городском округе Самара. Действует у нас с 2012 по 2017 годы. И подразумевает под собой ремонт сетей уличного освещения. Только ремонт? Ремонт и строительство новых сетей, да. Эта программа, правильно, как подметили уже. До этого у нас была программа «Светлый город», которая не подразумевала под собой развитие сети. А вот нынешняя программа, она именно подразумевает под собой строительство новых сетей уличного освещения. Но осталось не так много времени до 2017 года. А вот в результате чего нам ждать? В результате реализации полностью этой программы к чему мы придем? Какие вот в целом задачи? Задача этой программы, во-первых, это создать какой-то единый световой облик, единую концепцию развития освещения в городском округе Самары. Второе, это сократить количество жалоб жителей на состояние сетей уличного освещения. То есть построить в каких-то дворах, где изначально в процессе градостроительной деятельности не были предусмотрены сети уличного освещения, в этих районах, может быть, не во всех, конечно, на территории городского округа Самара, но побольше постараться охватить этих районов, и чтобы там тоже, как и в других местах, стало светло. Вот вы назвали два таких аспекта, больших, объемных. Вот создание единой, вот я вас даже поправлю чуть-чуть, светоцветовой, по-моему, там как-то написано, вы сказали, светоцветовой. Вот я хотела уточнить. Светоцветовой, вот что значит? Что в освещении есть разные цвета или что? Или как, конечно, какие-то нормативы? Конечно, и что, разные что цвета, и нормативы существуют различные. Ну, могу такой вот пример вам привести из нашей практики. Когда в основном у нас сейчас применяются лампы, дугоразрядные лампы с натриевым наполнителем, галоген, там натрий. Так, это какой цвет? Это желтого цвета. Ну, по городу вы, наверное, ходите, тоже ездите и видите, что в основном это желтый цвет. И вот такой был аварийно-опасный участок улично-дорожной сети. Это пересечение Клинической и Коммунистической улицы. Постоянно жалобы из ГИБДД были, что там постоянные наезды пешеходов и другие даже транспортные происшествия происходят. В качестве эксперимента на этот перекресток мы установили светодиодные светильники. То есть он светодиод дает белый свет. И вот только этим мы достигли практически нулевой теперь там процент ДТП на этом перекрестке. Как важно, оказывается. Вот, поэтому свет и анализируемый опыт других городов на пешеходных переходах, на опасных каких-то местах, вот именно выделяют цветом света эти места, и водители, и пешеходы уже как-то реагируют по-другому. И ДТП на этих перекрестках сходит на нет. То есть из цветов только желтый получается и белый? Ну, преимущественно, пока да, да? Пока да. Может быть, я ошибаюсь, но мне почему-то иногда видится голубой свет. Или это что-то какое-то Осталось на некоторых улицах. Это небольшое количество. У нас порядка 2500 еще светоточек есть. Это лампы ДРЛ. Это галоген, где ртуть старые, старого образца лампы. Они, во-первых, экологически небезопасны. Их нужно специально утилизировать после замены. То есть такая лампа, она не очень надежная, поэтому мы от них освобождаем сейчас вот в процессе этой программы. И постараемся, может быть, как раз к завершению, к 2017 году, от этих ламп совсем освободиться. И это даст существенную экономию в электроэнергии, потому что натриевая лампа, она энергоэффективная. То есть она практически в два раза потребляет, при той же светоотдаче она практически в два раза меньше потребляет электроэнергии, чем лампа ДРЛ, то есть лампа, у которой внутри закачан пар ртути, будем так говорить. И второе направление вашей работы – это сокращение количества жалоб.
А вообще интересно, на что жалуются в основном люди, жители нашего города? И вообще, вот сначала выясним, жалобы все-таки сокращаются или нет количество? Да, жалобы сокращаются. Мы в своем предприятии постоянно ведем мониторинг жалоб жителей. Можно к нам через электронную почту подать жалобу. В Твиттере у нас есть свой адрес и сайт в интернете. То есть во всех электронных средствах массовой информации мы присутствуем, можно подать жалобу. Можно подать по телефону, можно написать письмо. То есть все доступные жителям средства общения мы используем. Количество жалоб сокращается. На сегодняшний день, это по сравнению с прошлым годом, на 20% сократилось количество поступивших жалоб. Ну а жалобы в основном поступают на отсутствие освещения, где в процессе градостроительной деятельности не было установлено сетей уличного освещения. То есть такие есть места, но это в основном 12-й, 7-й микрорайон, где отсутствует полностью сеть уличного освещения. А как вы реагируете? Вот есть же какие-то даже бесхозные территории, да? Вот как-то они еще... Бесхозных территорий нет. Уже сейчас все территории-то они имеют своего хозяина. Бесхозные сети уличного освещения еще встречаются. Ну, в основном это сети новые, потому что старые все сети, которые в свое время отдали в город или просто бросили предприятия, которые находятся на территории городского округа. То есть от социальной сферы они в свое время все освобождались, освободились, и эти сети легли на содержание нашего предприятия. Они сейчас в основном-то уже отремонтированы и находятся в рабочем состоянии. А некоторые застройщики, которые сейчас строят дома, то есть процесс какой? Они строят свои дома, жилье, строят сети уличного освещения. Какое-то время, но они работают, но потом, когда образуется ТСЖ в этих домах или управляющая компания, они не хотят нести бремя содержания этих, этих сетей. То есть надо платить за электроэнергию, нанимать гидроподъемник, содержать эти сети в рабочем состоянии, то есть каких специалистов содержать. И поэтому они какое-то время работают, потом они их просто-напросто отключают или перестают даже туда лампы вкручивать. И эти сети перестают работать. Поэтому из этих домов, из новых домов поступают жалобы, что, например, у нас вот было освещение, работало оно, вдруг оно перестает работать. В чем дело? Мы выезжаем на место, а может даже и не на место, вы не выезжаем, мы сразу знаем, где какие сети, потому что они же нам сдают тоже эти сети. Мы им выдаем справки установленного образца, что вы построили освещение, все хорошо, давайте дальше его содержать. Или передавайте в город в установленном порядке. Но это целая процедура. Нужно собрать определенный пакет документов, то есть стоимостные характеристики. Ну, там я не буду углубляться в эти подробности. Вот. И нужно установленным порядком передать все эти сети в казну городского округа Самары. После чего они поступают на баланс нашего предприятия, и мы их уже содержим. То есть мы за них получаем субсидию из бюджета городского округа Самары. И, соответственно, электроэнергия компенсируется, затраченная на работу этих сетей, компенсируется из бюджета городского округа Самары. После этого мы сети эти содержим и обслуживаем. Вот. А этим не хотят заниматься застройщики. Они просто-напросто сдают это дома, передают ТСЖ и на этом все. А кто их контролирует? Есть какие-то штрафные санкции? Вот если а какие штрафные санкции? Да, это имущество получается вместе с домом. То есть внутридомовое все имущество, и это имущество, оно переходит на баланс этой организации. То есть ТСЖ или управляющая компания, какая там форма собственности. Есть форма управления этим домом. Вот. И, ну, занимаются они, или как брошенные, мы с администрацией района, если уж, конечно, у них нет таких сил, мы понимаем, что там штат определенный небольшой в этом ТСЖ, некому заниматься, то мы через администрацию района, как бесхозные эти сети, то есть, получается, мы занимаемся оформлением всех этих документов, производственно-технический отдел у нас этим занимается, оформляет, то есть тоже этот процесс не быстрый. А к своим сетям мы их тоже не можем подключить, пока в установленном порядке они не перейдут в казну городского округа Самара. Потому что электроэнергию... Получается, страдают люди, да? Электроэнергию кто будет оплачивать? Дворы. Поэтому дворы, да, остаются, может быть, даже и где-то по улицам, по просекам. Вот сейчас такие есть на пятых, на шестой просеке такие сети. То есть просто новые сети, но они брошены и не переданы никому.
Понятно. Но в последнее время очень активно действует программа, реализуется «Двор, в котором мы живем». Скажите, вы как участвуете в ней? Там же идет тоже комплексно и освещение, так, наверное, точно. Меняются фонари и так далее. Да, эта программа действует. Ну, мы-то в этой программе участвуем со стороны своей программы по созданию «Единый свет цветовой среды». Но все эти дворы... А вот возникают какие-то проблемы или непонимание вот при столкновении двух программ вот этих? Или нет, люди ждут одного, ну, получается другое? Нет, почему? Они эти две программы состыкованы. Состыкованы они в полном объеме. То есть эти дворы известны, когда конкурс проводится на те дворы, которые будут в следующем году участвовать в этой программе. Все эти дворы известны. Мы, в свою очередь, их тоже обследуем, даем предложения, согласовываем все эти предложения с жителями, с администрацией района. То есть собираем полные подписи, что вы согласны, дорогие наши жители, что здесь будут установлены опоры двухрожковые, однорожковые, куда вам нужно светить, около мусорного контейнера, около детской площадки. То есть это все мы согласовываем, выполняем проектные документы, составляем и другие необходимые все документы. И приступаем к работе. А сколько вы сказали дворов? Я вас В этом году 67 дворов по этой программе будет освещено. Понятно. А вот если к вам поступает предложение, допустим, вот там все светит, есть там опоры, фонари во дворе, но есть такой участок темный, по которому все-таки ходят люди, и вас просят осветить его. Это вообще реально возможно? Или если там уже есть... Нет, освещение, то вы уже туда больше не... Во-первых, тут каждую такую жалобу мы очень подробно анализируем, отслеживаем и выезжаем на место обязательно к такому заявителю и смотрим. Если такая проблема, как говорится, которую можем решить своими средствами, например, вокруг есть все существующие сети уличного освещения. Ему не хватает, например, этому жителю одной светоточки, которая, например, около мусорного контейнера или Вот, варки. Кстати, очень часто, вот одну-две светоточки мы можем еще за счет каких-то внутренних резервов установить. А, конечно, построить такую сеть, разветвленную на всей территории городского округа, за счет своих каких-то резервов мы не можем. Да, ну потому что я должна примерить своего двора. Вот у нас есть такая дорожка, почему-то по ней очень любят ходить, но она остается неосвещенной там вот между гаражом. И вот улицы промежуток, и там сокращается путь, и люди ходят. Но она вот не освещена, и мало ли что может произойти. Ну, совершенно верно. То есть может где-то одну-две светоточки вот так вот добавить, где уже есть такие участки, например, где-то поселок, где даже и подключиться-то неоткуда. То есть мощности так перегружены, что сети, там, я не знаю, кто владелец, допустим, городские электросети или другая какая организация, говорит, извините, у нас нет мощности даже, чтобы подключить сеть уличного освещения. Нужно дополнительно... усилять сеть электроснабжения, чтобы нам установить свой исполнительный пункт и подключиться к нему. Поэтому в каждом определенном случае это все нужно смотреть. Где есть техническая возможность? Если есть техническая возможность, да, мы идем навстречу и дополнительно устанавливаем одну, там, две светоточки. Наталья Витальевна обращает ваше внимание на то, что в проезде 9 мая 14, сквер Чехова, над детской площадкой не горит фонарь. Вот. Ну, приедем. Ну, все, Наталья Витальевна, может быть, успокоится, спокойно, да. И вот есть еще такие жалобы на мигающие фонари. А мне кажется, вдруг это норма или ничего страшного? Нет. Он светит, но мигает. Ну и что? Это, я не помню, в каком году, наверное, в 2000, может быть, 12 или 13 закупили мы такие лампы. Они бракованные, вот, видать, оказались. И сейчас уже их очень мало осталось, мы их все заменили по... гарантии. То есть мы вышли на этого поставщика, все эти лампы мы им туда сдаем обратно, они нам дают совершенно другую лампу. Вот эти мигающие лампы, кое-где остались они, да, совершенно верно. То есть вот такой брак оказался. Понятно. То есть они проработали, они должны работать, например, 6 тысяч часов. Она отработает только 4, нормально, без нареканий, а потом вот с таким начинает дефектом проявлять себя. То есть, если обращение такое будет, вы можете заменить. Сначала, да, она когда работала, грубо говоря, 2 года она отработает нормально, после этого она вот начинает себя так вести таким образом. Да. Я хочу напомнить телезрителям, что мы в прямом эфире, и вы можете отправлять свои вопросы нашему гостю, а также жалобы на то, что у вас какая-то территория не освещена. По телефону 202-11-22 звоните, еще есть время. А вообще вот хочется понять, к чему... стремятся сегодня вот такие города-миллионники, как наш, в плане реализации вот программы освещенности. Каким эффектом?
там, модернизации, экономии или к чему вот в основном? Вот, ну, основные аспекты, это первый, это создать как можно больше мест, где будет комфортное освещение. То есть сейчас уже говорится не о том, чтобы просто создать какое-то, засветить все на 100% и все, а именно комфортное для жителей. Потому что жалобы сейчас поступают не только о том, что у меня не хватает здесь сетей уличного освещения, а даже поступают жалобы такие, что выключите мне эти фонари, они мне светят в окна, не дают спать. И это же такое. Единый режим для всех. Вы же не можете в каком-то районе выключить? Нет, конечно. Потому что вот кто-то один жалуется, а 10 других жалуются. Нет, ни в коем случае это не выключайте. Ни в коем случае этого не делайте. Бывают такие случаи даже. Поэтому существует норма освещенности, существует, которая и регулирует засветку окон жителей. Все эти нормы есть. Они прописаны во всех наших руководящих документах. Поэтому мы на них очень внимательно смотрим и отвечаем в таком случае. Если действительно идет засветка окна, то мы обязательно реагируем. Мы или меняем светильник. Вот по одному из бульваров тоже была такая жалоба. Так мы специально... Такие есть светильники Philips, фирмы Philips. Они, значит, представляют из себя шар, но сверху этот шар наполовину черный. То есть сверху никуда свет не идет, только вниз. Вот пришлось установить такие шары нам туда. Да, ну это такой дорогостоящий, наверное. Да. Ну, а второй аспект развитие сетей уличного освещения. Это, как вы правильно сказали, экономия электроэнергии. Вот. Вот, а за счет чего это решается? За счет замены вот этих вот ламп? Да, за счет устаревших ламп, за счет замены на вот эту, на современном этапе. Это самая энергоэффективная лампа, пока ни один другой источник света хоть. И говорят, что светодиод, он более энергоэффективен. Но сейчас даже ученые, не просто ученые, а ученые, стоящие на передовых позициях науки, говорят, что нет, пока что альтернативы лампы натриевой не создана. Вот, поэтому мы пока... Светодиодные мы тоже где-то, вот, как я сказал, вот на этом перекрестке на особо опасном, мы установили их. Ну, экономии там по электроэнергии, конечно, никакой не было. Но просто вот мы добились тем, что сменили цвет света, то, что всякие ДТП разнообразные, они сошли просто на нет на этом перекрестке. Да. А вообще, вот как можно охарактеризовать или определить уровень освещенности Самары? Вот насколько наш город освещен? По сравнению, может, с другими? Или в процентном отношении? Ну, с другими, как все это определяется? С другими миллионниками, с каким мы можем сравнить? С городом Казанью, конечно, мы в этом уступаем. Потому что Казань все-таки столица региона, она считается там... Проходили такие, как универсиада, спартакиады. То есть различные, нам нужно ждать 2018 года, да? Ну, чтобы ждать, не ждать, приблизить. Мы не ждем, а мы работаем. Поэтому наш город, я бы не сказал, что он какой-то среди миллионников, он отстает. Нет, он может быть, ну, конечно, если Москву и Питер не брать, то в одной из строек, наверное. Потому что впереди Екатеринбурга мы однозначно, хотя город больше. Да. Впереди других миллионников, я считаю, что тоже мы впереди идем. Поэтому современнейшие, мы сейчас применяем все самые современные технологии, которые на сегодняшнем этапе развития техники есть. Мы этими всеми пользуемся и устанавливаем их сейчас. Во дворах применяется современнейший светильник марки Шрёдер. То есть он именно для дворов разработан. Во-первых, там энергоэффективная лампа стоит всего 70 ватт. То есть, ну, что это вот для сравнения, можно сказать. Вот, ну, дома, знаете, вот лампочка накаливает 100 ватт. Вот, она освещает просто одну комнату, да? А этой лампой 70 ватт. Мы освещаем половину двора, грубо говоря. Вот, то есть, какая у нее светоотдача, вот, для примера, можно так вот выразиться. Да. Вот, вот такие. И мало того, он так, у него настроена вся оптика, что вот, как я говорю, нет никаких засветок окон. То есть, в сторону никуда свет не расходится. Только вниз... грубо говоря, прямо на землю под себя. Понятно. Следующее сообщение от Олега Вдовина. По просекам 9, 4, ой, просека 4. Линия планируется для организации освещения, потому что столбы стоят, а освещения нет. Четвертая просека. Вот когда столбы стоят, наверное... Я не знаю, по шестой стоят опоры уличного освещения. И... А, вот, извините, теперь разобралась. Девятая просека, четвертая линия. Вот, точный адрес. По линии, по четвертой линии у нас нет, по девятой просеке. По девятой просеке по самой есть освещение, по каким-то отдельным линиям есть. А если стоят опоры, там опор столько наставлен по этим просекам, там для каждого коттеджа, для ихнего отдельно, стоит своя линия, поэтому там опор... стоит очень много. Но на них был такой случай, просто я могу сейчас его привести для примера, что
тоже был какой-то заявитель, сделайте мне линию уличного освещения. Мы там провели линию уличного освещения. Этот заявитель сказал, вот тоже стоят опоры, проводим. Мы провели, как, потому что совместный подъезд допускает производить такие работы. Приходит другой владелец, гражданин-владелец этих опор и говорит, на каком основании вы установили здесь светильники. Да. Вот. То есть такой вот был прецедент у нас. То есть тут разных. Вот, стоят опоры, стоят, но на них работать мы тоже не всегда возможно, потому что можно, наверное, частные линии. Когда она, допустим, городских электростей или каких-то, у нас совместный подвес везде по городу идет, поэтому они допускают на своих опорах размещать наши светильники. Мы на своих опорах допускаем размещать ихние линии. Поэтому здесь как бы обоюдная идет работа. А вот такой случай у нас был как раз на какой-то линии, я сейчас уже не помню точно. Следующая реплика от Натальи. Много лет мы просили поставить фонарь, но нам так и не поставили для освещения. Что нужно для этого сделать? Кому обратиться? Вот просили много лет поставить фонарь. Ну, фонари разные бывают. Куда они просили поставить? Да, вот такой. Ну, есть сотовый телефон, Наталья оставила. Мы запишем обязательно после программы. Чтобы уточнить все детали. Все эти заявления, мы с них обработаем очень внимательно. А вообще существуют какие-то нормы вашего реагирования на такие вот жалобы, просьбы и так далее? Или нет? Или вот поступило? Нет, нет. Существует, конечно, это все эти правила существуют, мы ими руководствуемся при ответе на жалобы граждан. То есть это рассмотрение, любое письмо рассматриваем в течение месяца, мы должны дать ответ. Если поступает, конечно, из прокуратуры или откуда-то из другого контролирующего органа, это быстрее нужно в течение там 7 дней, но иногда они просто указывают срок в своем письме, до какого нужно. На обращение граждан, если оно поступило в письменном виде, это срок такого рассмотрения обращения 30 дней. Если по электронной почте или же в Твиттере к нам обращаются, то мы буквально им сразу отвечаем в течение нескольких часов. Понятно. Вот знаете, еще Владислав Геннадьевич хотел что уточнить. По праздничной иллюминации. Все мы знаем, что мы живем сейчас в такое непростое время экономических потрясений, если так можно сказать. Вот эти расходы как-то будут сокращаться вот в преддверии вот предстоящих праздников? Или как все это вот регулируется? Нет. Сама программа секвестирована. Секвестирована сама программа. Вот именно на праздничную иллюминацию, нет, да? Нет, ну, в том числе на праздничную, и по светоточкам секвестировано, и в том числе на праздничную иллюминацию. Ну, в этом году выделены средства тоже на украшение города. Потому что мы привыкли, что все это так очень красочно, будет, красиво все, и радует. Все, что существовало, оно будет. Опять выставлено на улице города, опять будет все это работать. Нового будет это, украшена будет улица Осипенко. И на улице Ленинградской планируем мы сделать, обновить, у нас там было звездное небо, а сейчас еще планируем более нарядно его сделать, так скажем. Понятно, ну, посмотрим. Уточнила Наталья адрес, проезд 9 мая, дом 8, это двор. Двор, пишет, ну, по 9 мая, вообще. Да, может быть, по 9 мая, потому что есть освещение, по переулку Корякин есть освещение, то есть вокруг все это работает у нас. А во дворе, может, конечно, не хватает там фонаря. Ну, чтобы в этот двор зайти, может, еще 18 опор нужно, грубо говоря, поставить. Сейчас мне надо изучить, конечно, это все. А вообще вот в это многие пишут, поставьте мне, установите фонарь на фасад, установите мне в арке, потому что в арках иногда темно ходить. Да. Это, пожалуйста, обращайтесь в управляющую компанию, потому что на фасаде жилых домов мы тоже не размещаем никакие светильники. Или там на козырек. Потому что у каждого, совершенно верно, у каждого дома есть свой владелец. Или своя управляющая компания, которая это обслуживает. Потому что одному жителю это нужно, другие жители говорят, я не буду платить за эту электроэнергию, я не хожу никуда. Поэтому в каждом конкретном случае нужно досконально разбираться. Да, здесь от таких вот вопросов часто, которые возникают в многоквартирных домах, вот одному нравится. Даже вот при реализации программы, допустим, той же двор, в котором мы живем, одному это нравится, другому не нравится. Бабушкам причем надо, молодежи не надо и наоборот. Причем голоса делятся иногда в пропорции 50 на 50, и ни одна группировка или группа, как этих жителей, не может в чем-то убедить. Поэтому трудно очень в дворах вот в таких работать, где нет консенсуса среди жителей. Да, сначала нужно определиться с единым мнением, где есть, например, а потом, старший лидер этого двора,
этого ТОС или там как другого объединения. Вот сейчас депутатов выбрали по районам. Может, они возьмут это в свои руки, начнут порядок наводить, что, например, вот здесь действительно нужен, там, здесь нужно установить. То есть какое-то будет одно целенаправленное движение. Да. Следующее сообщение от Михаила. Новосадовая, 19. Над третьим подъездом нет светильника. И, соответственно, там нет света. Вот, опять же, подъезд. Вот. Это не ваша компетенция, совершенно верно. Да? Да. Как мы уже выше сказали, что... Обращаться к старшему компании. По дому, либо если в управляющую такой есть, компанию. Старший, сейчас в некоторых домах, может, и старшего или нет. В управляющую компанию. Или ТСЖ какая. Мы сейчас даже вот не знаем из этого обращения, не можем понять, какая там у них форма управления многоквартирным домом. Да, вот, ну, поэтому... видите, люди привыкли. Вот не светит, не горит, значит, вопросы... Ну, не только они, еще они звонят, что и счетчики не работают у них. Ну, по всем вопросам к нам звонят. То есть нет света дома. Где мы говорим? Но, с другой стороны, такая активная обратная связь тоже говорит о том, что вы работаете, что-то делаете, и люди реагируют. Еще хотелось узнать про обслуживание ваших социальных объектов, таких как образовательные учреждения, может быть. Вот как вы с ними выстраиваете? Если вот у них там что-то, там детские сады или еще что-то, социальные объекты. Вы же обслуживаете тоже? Да. Те, которые, опять же, обслуживаем те сети, которые переданы на баланс города и на содержание нашего муниципального предприятия. То есть некоторые директора школ тоже звонят нам, как вот эти некоторые жители, и говорят, вот у меня там не работает. Почему не работает? Я говорю, а сколько не работает? Уже 7 лет не работает. Я говорю, ну это извините, вы... значит, куда-то нужно, передавайте нам сеть, а как это делать? То есть мы с каждым конкретным случаем работаем, объясняем, потому что, конечно, некоторые люди не связаны с этой сферой, конечно, им тяжело разобраться во всех тонкостях. Да, в этой ситуации. Поэтому мы всем идем навстречу, говорим, передавайте, пожалуйста, и мы будем обслуживать эти сети. Скажите, пожалуйста, а случаи вандализма еще случаются или нет? Или вот вы с этим не сталкиваетесь? Нет, случаются. Случаи вандализма, ну, конечно, их очень мало стало в последнее время практически. Ну, это как... А что можно вот, так скажем, изуродовать? Изуродовать-то что угодно можно, но просто сейчас в таких случаях вандализм, как раньше был, что камнями кидали, светильники разбивали, вот на набережной вот как сделали, все-таки действительно красота спасет мир, как говорил Федор Михайлович Достоевский, что как на набережную отремонтировали вторую очередь начали, поставили там какие-то красивые литые фонари, заказали их в Санкт-Петербурге, такие колоссальные средства были потрачены с городского курсала, бюджета городского курсала. Ну, как там все, как сменилась кардинально там обстановка, согласитесь? Да. Что нет там с пивными бутылками никого. И мы тоже думали, ну, теперь, наверное, нам побьют сейчас все эти фонари, и что будем делать? Ни одного случая такого не было. Вот как облагороженная окружающая среда влияет конечно, на человека. Конечно, конечно. Где валяется мусор, там и кидают, где культурно. Конечно, человек себя по-другому совсем. Пришел он в культурное место. Конечно, он не плюнет на пол или ничего там не сделает такого. Да, ну, наше время, к сожалению, подходит к концу. Я хотела бы только вот уточнить ваши ближайшие планы. Вот в каком направлении вы будете сейчас действовать, в каком моменте находитесь в работе? Мы сейчас реализуем вот эту программу. То есть опять по 44-му федеральному закону состоялись торги. Мы эти торги опять выиграли, хотя было очень тяжело это сделать. Выиграли и сейчас приступили к работе. То есть в этом... году вот мы должны отремонтировать освещение и построить новые сети, где их нет, в 67 дворах, в которых мы живем, в 22 детском саду, в 11 школах, на 3 магистралях, в 3 скверах, это сквер Мичуринский, около музея Алабина, сквер на улице Победы, то есть планов много. Поэтому до 20 декабря мы всю эту работу должны свернуть, отчитаться перед департаментом благоустройства и экологии о проделанной работе. Да, ну вот удачи вам в этом. И все эти светоточки будут радовать наших жителей. И последний момент, вот время включения и выключения вот общих световых вот световой иллюминации, оно будет как-то меняться или нет? Или нет. Оно зафиксировано? Оно, нет, как зафиксировано? Оно плавающее каждый день. Оно зависит от времени захода солнца. Ага, то есть вы за этим все следите, потому конечно. Что сейчас вот уже сезон меняется, меняется и время, и освещение. Обязательно, конечно. И все это. Как же. Ну что ж, спасибо большое за то, что так подробно рассказали о том, что происходит в Самара-Горсвет. Я напомню, что у нас был главный инженер предприятия Владислав Бабунов. Всего хорошего, до свидания.